спросил сегодня у меня, что дает за пол тумана по рублю. Как назвать мне для прекрасной Лалы? По-персидски нежно люблю. И еще спросил я у менялы, тише ветра, звонче ваньски струн. Как назвать мне для прекрасной Лалы слово ласковое поцелуй? И еще спросил я у менялы, в сердце робость глубже затая, как назвать мне для прекрасной Лалы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне меняла кратко, о любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдко, и глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названья не имеет, поцелуй не надпись на гробах, шаркой розой поцелуй реют лепестками, тая на губах. От любви не требует поруки, с нею знаю радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чедру. Спасибо.